фоткаться. Влад, пожалуйста. До того, как стать популярным и богатым, Влад Бумага был маленьким бомжом. Но однажды его заметил дядя Олежа. Владюша, я тебе коробочку принес. Теперь у тебя есть жилье. Я тестировал на собаке. Она вроде влезла в нее. Быстро сказал дяде Олегу спасибо за коробку. Спасибо, дядя Олег, за коробку. Да не за что. Ты лучше расскажи свой стишок, а я отправлю его продюсерам. Давай, талант, не стесняйся! Залазь на покрышку, рассказывай! Вышел заяц на крыльцо, почесать мое яйцо. Сунул лапу, нет лица, так и шлепнулся с крыльца. Вышел заяц на крыльцо, почесать свое яйцо. Нет лица, так и шлепнулся с крыльца. Молодец, талант растет! Ага. Владик, у тебя появились спонсоры. Они хотят купить твое имя и разместить там свою рекламу. 500 рублей дают. Ты согласен? За деньги, да. 5 minutes later. Я Ашан. Как магазин, что ли? Ну да. Ну и куда ты вложишь 500 рублей? Открой барбершоп. Так, не двигайся. 3 days later. Полиция задержала горе-парикмахеров. Они успели испортить прически половине города, включая детей. Среди их жертв оказались Владислав Кобяков, рэпер Моргенштерн и Мия Бойко. Она хоть заплатила? Да, заплатила. Владик, мне кажется, тебе надо как-то по-другому деньги зарабатывать. Добро пожаловать в наш бутик, бомжучи! И чем вы будете торговать? Ботинка, туфля, кроссовки. У вас это никто не купит. Туфля, ботинка, кроссовки. Ладно, но это преступление против моды. Вы арестованы. Ой-ой-ой-ой-ой. И вот тогда я предложил Владу зарабатывать на Ютубе. А чё, он кривляется, а я снимаю. Всем здорово, это Влад Камень! Владик, что ты хочешь сказать подписчикам? Вы твари! Я вас уничтожу! Отлично! А теперь переоденься в другой костюмчик. I'm gay! И мы на этом заработали очень много денег. Стал богатым, Влад Бумага, выгляжу как шей. Больше нет друзей бомжей, в жопе нет ушей. Заработал миллиард с просмотром малышей. Рублей. Алло, ну как там с деньгами? Владик купил себе личный самолет и даже собственный остров. Ох ты, красота какая! Давай, парашют! Ну чё, народ, погнали нахуй! До свидания! А ты умеешь приземляться-то? Владюша, мне будет тебя не хватать. Спасибо, что ты оставил мне все свое наследство. Пожалуйста! Дорогие друзья, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. До скорых встреч!